Привет! Сегодня про мучных червей. Перенес я их в теплицу на второй этаж, потому что было много клещей. Сейчас теплицы у меня в курятнике, они стояли возле калифорнийского червя. А тут вот этот клещ заползал сюда, откладывал, видимо, яйца, и этот клещ здесь размножился. Вообще его много стало. Спасибо всем, кто там подсказывал, советовал, давал ссылки. Ну, короче, влагу боится он. Вынес теплицу, вот он потихоньку дохнет, его слишком много развелось. Здесь теплица сухо, тепло. В теплице сухо. Этот. Вот он уже, сколько его уже померло здесь, он убегает отсюда. Жара. Сегодня у нас дождь идет. Так здесь тепло, жарко. И много уже червячков мучных. Этот клещ на жука не влиял, на жука, на червей никак не влиял, по-моему. Ну, все живы, здоровы, там жук сам по себе мрет. Вот есть уже червяки, сейчас. Я вот здесь поймал несколько штук. Они мелкие. Значит, ладно, ну-ка, сейчас вот здесь чуть шевелится. Вот а яйца, вот, яйцо. Это беленькое. Белое. Вот яйцо это, жука. Яйца откладывают белые. На картошке отложил. Жук. Жука много. Червя тоже много мелкого. Подстилка шевелится, приглядываюсь, смотрю. Это, сейчас червячков, может, покажу. Следить. Они мелкие, их плохо видно. Вот они в хлеб забираются, хлеб ломаешь. Их там прям видно в хлебе. Здесь нету. Сейчас, может, попадется. Ну, они нормально размножились, вот эти червячки. Повылуплялись. Повылуплялись, их много. Подстилка кишит. Ну, блин, их тяжело увидеть. Сейчас, подожди-ка. Это что за... Влагу, короче, не надо держать. Влага вообще нафиг. Вот даю картошку, морковку. Сейчас здесь, подожди-ка. Морковка, картошка и... Все, им достаточно. А когда влага... Появился вот этот клещ. Вот эта зараза. Вот они, короче, вот они. Вот они, червячки, вот такие они. Вон шевелятся. Вот он. Вот эти темненькие. Да, ну а вот. Ну-ка палец убери, вот. А, блин, идет сюда. Все обвидно. Вот он. Вон там шевелится. Это еще такой покрупнее, есть вообще мелкие. Вот здесь и вообще они белые даже, они как эти, как вон внутри вон ползает. Вон. Они как эти. Сперва вылупляются белые, видимо. Белые как бы прозрачные, потом желтеют. Ну его много здесь. Начал размножаться. Здесь вот сегодня прохладно, а так здесь жарко, тепло. Жук нормально себя чувствует. Вот он сейчас спрятался весь. Потихоньку, вот он, жук. Червя еще крупный есть, так, один-два, но вот он, в основном жук, вот он. Вот он, жук. Он кишит. Это очень офигительная подкормка для курей. Спрашивают, что это, зачем они нужны. Это никакой премикс, по-моему, не заменит этих червяков. Потому что на своих курях испытал, несутся вообще по 80-90%, вот когда были черви. Сейчас вот сухих, дохлых жуков собираю, тоже кидаю. Куры несутся, вот 18 курей по 15, ну самое мало, вот 10 яиц в день, это предел. Меньше не бывает.
Даже 10 не было. Нет, 13 было. Вчера было 10 яиц. Но это за сколько дней? Вот только 10 яиц. В основном 14, 15, 16, 17 даже. 18 яиц один раз сносили. Но это один раз. Недавно было. А так вот 17, 16 стандартно несутся. Сейчас и когда будет много, покажу как. Хотя бы два раза в неделю давать их. И они этот куры вообще. Этот белок они едят, и потом отдача такая, несутся хорошо. Перепелком буду подкармливать его. Ну, сейчас посмотрим, перепела, если перепелят, выведу. Перепелок вот привез, посмотрим, как они будут нестись. А так, незаменимая подкормка. Сейчас вот этот жук весь помрет, вот эти червяки... Все вылупятся, вырастут, я вот это все просею. Сейчас хотел просеять, но много потеряю червяков. Все по новой сделаю, нафиг. Чтоб в сухом месте, морковка, картошка там, яблоко и все. Ну там мясо нет-нет можно давать. Чтобы не было клеща. Вот появился клещ, вот смотрите, когда там стоял. От клеща вот такая хрень пошла. Вот. Это как это... Мокрая, что ли, вот он, вот это клещ, вот он. Вот он сейчас спрятался, вот он, по краям. Сейчас жара начнется, он, короче, выползает и дохнет он. И вот это клещ, он сидит возле влаги. Но она уменьшается. Она вот такая, не толстая, несколько сантиметров. Не на все дно, да? Все дно, да, вот сейчас покажу. Опа. Вот она, вот здесь одно... сухое, вот здесь одно вот такое, а вдоль стенок вот дно, видите, там, но оно не влажное, но какой-то цвет, оно вот сухое, но это вот эта фигня от клеща. Этот клещ, короче, шел от калифорнийского червя, я видел, там он покрупнее есть такой, красный, как бы, он не красный, а такой, как бы, розовенький, вот это его ж не дети, он, короче, сюда заползает, видимо, для него здесь среда хорошая, откладывает, видимо, яйца, и вот эта вся хрень там вылупилась, поэтому надо держать без влаги, желательно, чтобы влаги не было, ну, такие дела, ну, короче, размножение идет, скоро, дай бог, я думаю, не знаю, посмотрим, не будем загадывать. Ну, я думаю, много будет червя. Там уже чуть по-другому будем. Ладно, это был первый раз. Никогда его не разводил, не держал. Теперь будем знать. Спасибо всем, кто подсказывал. Много чего я там посмотрел, понял, узнал. Теперь будем делать. Исправлять ошибки. Да. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока.